Добрый день, друзья! Сегодня 26 июля 2020 года. Мы с вами находимся в городе Барнауле, в парке «Лесная сказка», на площадке по воркауту, построенной на деньги президентского гранта. Хотелось бы в очередной раз сказать слова благодарности и нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за вот такую шикарную площадку, которых несколько штук у нас в городе. Также Ракшину за трассу здоровья, которую он уже на протяжении многих-многих лет поддерживает. Вот. Ну, вчера у меня был день рождения, 57 лет. Я, как всегда, традиционно уже бежал в марафон, потом восстанавливался. Некогда было отвечать на многочисленные поздравления, добрые пожелания. И вот сейчас вот хотелось бы сразу всем ответить, что, друзья, спасибо вам за слова благодарности, поддержки, за все. Вот. Ну и как всегда, как обычно, день рождения, тест-драйв на турнике. Да, еще сегодня хотел поздравить брата и всех с Днем Военно-Морского Флота. Вот. Все, всем спасибо. Здоровья.